Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» рассказывает о поддержке семей военнослужащих, которые погибли или пропали без вести в ходе СВО. Ежемесячная денежная компенсация составляет 22 908 рублей. Компенсация услуг ЖКХ – 60% расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Единовременная выплата на ремонт частного дома рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и других лиц, проживающих в доме. Ежемесячные пособия на детей – 2 942 рубля на каждого ребенка. Для получения мер поддержки необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России, многофункциональный центр, либо на портал госуслуги. Глава Самарского района Роман Радюков провел встречу с жителями, пострадавшими в результате пожара по адресу переулок Репина, 1. Вместе со специалистами профильных ведомств рассмотрели вопросы получения справок о пожаре, предоставление жилья из маневренного фонда для тех, кто в этом нуждается, оказание единовременной материальной помощи всем пострадавшим. Все вопросы жителей взяты на личный контроль, информирует телеграм-канал Самарского района. Для вырубки зеленых насаждений в городской и сельской местности нужно получать соответствующее разрешение – порубочный билет. Его выдают в установленном порядке на специальном бланке, напоминает телеграм-канал промышленного района. Один из способов подать заявление – через портал госуслуг. После положительного рассмотрения запроса документ необходимо забрать в администрации района по месту жительства.